уверен, что наши паралимпийцы, несмотря ни на что, будут бороться до конца и на пределе возможностей. В городе Тула эстафета паралимпийского огня – это большая честь для паралимпийцев. Но в то же время и это огромная ответственность. Но я уверен, что это величайшее событие будет проведено на высочайшем уровне. Ведь традиции тульского спорта невероятно сильны. Большое спасибо организаторам за большую честь быть факелоносцем. Большое спасибо руководителям области за пристальное внимание к проблемам тульского паралимпийского спорта. Я знаю, что эстафета паралимпийского огня даст мощнейший импульс развитию паралимпийских видов спорта, а также пропаганде здорового образа жизни. Наступает момент, когда тульские кузнецы ударами молотов высекут искры, от которых загорится тульский огонь паралимпийской эстафеты. Тульские кузнецы! Друзья, поддержим! Хранители огня при помощи лучины переносят огонь в лампаду! Церемония зажжения олимпийского огня! Ура, друзья! Ну что ж, дорогие жители Тулы, давайте все вместе дадим старт олимпийскому огню. Готовы? Итак, 3, 2, 1, поехали! Больше аплодисментов! Ура, друзья! И вот сейчас мы как видим, уже эстафета должна продолжиться. Сейчас факелоносцы бегут дальше. Это мастер спорта России! Многократный чемпион России! Победитель Северных игр 2009 года! Чемпион Европы 2007 года! Участник Паралимпийских игр 2012 года! Член сборной команды России по легкой атлетике! Поможет победить нашей паралимпийской сборной в этих соревнованиях.